Тобольская область очень давно работает с иностранными компаниями. Сегодня на нашей территории зарегистрировано более 200 компаний с иностранным капиталом. Это такие крупнейшие мировые компании, как Procter & Gamble, Cargill, Unilever, Knauf и многие другие, которые знает практически весь мир. И нам очень приятно отмечать тот факт, что наши заводы, которые работают именно этих компаний на территории региона, являются одни из самых эффективных не только в стране в нашей, но и в мире. Поэтому сегодня мы говорим о том, что Тульская область – это благоприятный регион для размещения иностранных инвестиций. И более того, мы от процессов локализации производства уже перешли к процессам разработки новой продукции. И нам очень приятно, что совсем недавно губернатор и наш губернатор и министр сельского хозяйства Российской Федерации открывали новый центр разработки продукции компании Unilever в России. Мы продолжаем привлекать иностранные компании на нашу территорию. У нас ведутся переговоры со многими европейскими, американскими компаниями, азиатскими компаниями. Сегодня я не все могу назвать компании из-за того, что есть процедура о неразглашении информации, но мы удовлетворены условиями, те, которые мы создаем для них. Компании являются нашими партнерами практически в реализации всех проектов. И на сегодня Тульская область достаточно конкурентный регион для того, чтобы привлекать инвестиции в свою экономику. Да, сегодня очень много говорилось и в рамках форума о условиях, которые необходимо создавать в регионе для привлечения инвесторов. И сегодня можно сказать, что практически комплексно они описаны в стандарте, который реализовывается практически во всех регионах, который разработан агентством стратегических инициатив. И действительно, во многих регионах и в Тульской области такая практика применяется уже давно. И сегодня она систематизирована и является таким кейсом обязательных функций, которые необходимо предоставить инвестору. Если говорить про нас, то это весь блок административной поддержки. Мы снижаем административное давление, которое испытывает бизнес в нормативном регулировании, налоговом регулировании, в таможенном регулировании и во многих других административных сферах. Мы готовим инфраструктурные площадки. Сегодня мы занимаемся созданием целого ряда индустриальных парков, которые будут готовы инфраструктуру для размещения предприятий. И мы ищем партнеров среди российских компаний, которые могли бы стать участниками тех инвестиционных процессов, проектов, которые реализуют в том числе иностранные и российские инвесторы.